25 лет цепями приходили полицейские Арцаха, били арестантов. 11 тысяч мужиков во время войны сбежало. 11 тысяч арцахцев. Это солдаты армии обороны Арцаха, офицеры, контрактники, которым десятилетиями платили деньги. Святой отец Паркев, как только закончилась война, убежал из Арцаха. Отец Паркев, разве вы не святой отец Арцаха? Куда ты убежал из Арцаха? Вот вы сами задумайтесь. Отец Паркев сбежал из Арцаха, бросил арцахцев и сбежал. А почему отец Паркев, когда Шуши в 92-м году взяли, отец Паркев принимал решение, кому дать шушинские квартиры? Да кто ты такой? Как ты можешь, святой отец, залезать в азербайджанские квартиры и их раздавать направо-налево? Кто ты такой? Как ты можешь, если ты святой отец, азербайджанские квартиры раздавать по своему велению? Этому двухкомнатная квартира, этому трехкомнатная квартира. Разве святой отец может трогать квартиры, где смеялись азербайджанские дети? Где рожала женщина своего ребенка? Почему ты этим занимался? Поэтому мы должны говорить правду. Мы не собираемся воевать с Азербайджаном только для того, чтобы карабахские генералы разбогатели. Понимаете? Сегодня в Степанакерте 1 000 000 дворцов. Ни один дворец в Степанакерте не может показать бумаги на налоги. 11 тысяч мужиков как могут сбежать? 3 тысячи мужиков только первые два дня оставили паспорт на границе Арцаха и Армении. Вам не стыдно? 4 тысячи мужиков в последний день, день паники, убежали. Вам вообще не стыдно? Это, по-моему, это просто позор, честно говоря. Для меня это позор, да. И 4 тысячи мужиков прятались в подвале, прятались в лесу, бросили своих братьев, чтобы их убивали азербайджанцы, а сами прятались и убежали. Это что? Высокий уровень патриотизма, да, ребята?